Προσχωρούντες δε του νεανίου, εκείον αγρίος γιουλακτέι και χρωμάται επό τους. Ο δε νεανίας έστε και μπο έσας. Στέτχι άργε, εφε, και σίγεσον. Ο ουν δικαιόπολες προσιών. Χαίρε ο νεανία, εφε. Αρ οίστχα σιού ει χαούτε εχοδός προς τεν κόριντχον φέρει. Так. Подойдя к юноше... А, нет, Гентилес Абсолютус. Когда юноша подошел, когда юноша подошел, собака зло, ну, как-то лает. Ну, это настоящее время, да, настоящее А время. вот смотрите, а Проскорунтос тоже вроде бы какое время? Настоящее. То есть, как это по-русски сформулировать? При приближении юноши, что ли, да? То есть это одновременно здесь, да? Одновременно. При приближении юноши собака жестко так прям нагрюз, дико лает. И что делать? Еще. И рвется к ним. Бросается на них. Так, а дальше смотрите две интересных формы. Вот смотрите все, пожалуйста. Это очень важно запомнить, да? Особенно эсте. Вот скажите, что это такое эсте, формально говоря, да? Это, кажется, сильный аорист. Это второй аорист, второй да? Аорист, да, второй аорист. Принципиально важно, что он не переходный, не да? переходный. То есть не то, что она кого-то поставила, вот можно чашку поставить на стол, а нас... Кто тут? Не они нас, да? Как вы скажете это, да? Ну, юноша, ну, стал, как бы Встал, остановился. встал, остановился, да. Да, Но никого не ставил, он сам встал, да. да. Так. И закричав, ну, и крича сказал, стойте, стой, Аргос. И Тоже, молчи. Извините, простите, значит, это тоже непереходный императив, да? То есть не ставь, не то, что кого-то поставь, а сам встань. Остановись, короче, да? Остановись. Так. Так. Дикайополис. Просион это от Эйми, наверное. Где-где? Просион. Это Эйми, это не Эйми, это Да, Эйми. Эйми. Такой какой-то... То есть ну, это настоящее время или... Это не очень важно по отношению к глаголам «эйми». Вот смотрите, там вот, когда речь идет о причастиях, там это как бы сложно определить какое-то время. Вот сам по себе глагол «эйми», он зачастую переводится к будущему времени, да? А тут приближаясь, да, ну, приближаясь, подходя. Приближаясь, сказал, здравствуй, о юноша. Да. Не знаешь ли ты, эта дорога, ведет ли эта дорога к Коринфу? Да, да. Все, идем дальше, пожалуйста. Сейчас, Евгений. Годе, да, и дальше, да? Годе малистега. Екейси ферей. Іду, як істина отений день, гіперто орос ферусен. Раділос де геносист хаутен, тон ге герматан сем май нонтон. Ала палю апехей ге корінтхос ка діалігу нюкс генеситей. Ісас де іс кіндюнон катастесисте моної ентойс орисі нюкте реонтос. Так, сейчас я вернусь. Годы. Ну, он, да? А он ему, соответственно, видимо, отвечает. Конечно. Конечно. Туда ведет. Угу. Смотри. Угу. Можно ее увидеть. Можно увидеть, как она как бы ну, взбирается, ведет через гору. Ну да. Гипертохорус. Причасть акузативскому протекипию, да? Причастие коню, предикативное, да? Ферус. Легко узнаете ее.
Да, будущее время, да. А это да, это ну, глагольная, да, основа. Угу. Да. Значит, Гигноску. Семайнентон. Видимо, из, ну, как бы вот генитив не совсем понимаю. Видимо, по ну, как бы направляющим знаком, по гермам, которые означают. Герма-то указывает на ее как бы маршрут, да? Угу. Вот. Это гентиус абсолютус. Поскольку Угу. гермы указывают путь. Но Каринф далеко. Угу. И скоро будет ночь. Наступит ночь до будущего времени, Генес, до Диалима. Блин, Иисус все время забываю. Однако. Какое слово? Иисус. Не понял, какое слово? Иисус, да? Вероятно, Иисус, наверное, да. Вероятно. Да, в данном случае вероятно. Попадете в опасность, угу. Если будете как бы одни в горах ночевать. Абсолютно верно, да. Так. Эдуард, пожалуйста, до сюда. Эремон гар онтон тон орон удани энтеуксест хантропон эйме паймени тини. Алагете посехете ту ситу. Аламейнете досо гар гюмин лагон. Иду. Кайтавта и понто ропалон го эпитоз хомос эфере. Кате такен ду гар терия экту ропало экремато. Онен люсас то дикая поледи паредокен. Годе дексаменос плейстен харин апедокен. Так, это гентиус абсолютус да, в начале. Вот эремон, это что-то с одиночеством, да, с одинокими связано. Ремео, наверное. Ну да. Это я просто найти не могу. Эремео сейчас. Эремос, там справа написано. Ну, ану антропон. Безлюдное. Безлюдное, да, буквально. Пустынное. Я просто дворецком не нашел. Нет, ну Эремос есть. Видимо, когда горы безлюдные. Вот так. Ну, Да не, никак. Наверное, никогда, поскольку, видимо, они всегда безлюдные. Ага. Поскольку. Вы думаете, там как на Тверской площади постоянно, а иногда они там обезлюдились. Нет, они всегда безлюдные, наверное, да? Постоянно, регулярно. Так, ага, энтеуксест хэви, видимо, глагол. Помните, был в Анабасе? Энтеухомай. Натыкаться, встречаться. Да-да-да. Вы, ага, вы ни на кого из людей не наткнетесь, если только, наверное, на какого-нибудь пастуха, да? Низи, да, такое латинское эйме. Низи по имени тени. Кроме как на пастуха какого-нибудь, да, разве что. Угу. Да-да-да, все правильно. Ну, да. Ну, давайте как... А дальше довольно интересная конструкция, редкая, да, смотрите. А ну-ка, давайте-ка, а как у вас, вот смотрите, видите, тут эхо с генитивом, да? Типа, как обстоят дела с пищей, да, с провизией. Да, с провизией, как у вас, да. Угу. Ну, подождите, я... А мейнет, да, а какое-то время мейнеты? Так, мейнеты, ага, мейнеты альфа здесь, да? Какая-то... Дело не в альфе, а дело в том, что тут йода есть. Видите? Йоду, видите? Да, я вижу. И... Сейчас скажу. Это должен быть, по-моему, аорис, да? Раз да. Эй. Да, да, да. То есть совершенно видом переводим, да? Ну да, как бы подождите, получается так, вроде бы. Но подождите, ведь я дам вам лагун. Зайца. Зайца, зайца. А, ну да, убитого, да, уже. Ну, я думаю, что мертвого, да, то есть птушку.
Ну вот, типа держите. И вот это сказав. Так, ропал он сейчас. Секунду. Палец. Ропал он то это дубина, Да. палка. И вот так. Так, сказав, то ропал он. Эйпон это ведь сказав, да. И это сказав Талта Япон. Да, то ропал он. И дальше, наверное, идет какой-то этот. Катет Хэкен, да? Сразу смотрим. Катисты сделал. Какое время какое-то? Но это похоже очень на перфект. Нет, это Орис. Капатически, да. Это Получается. Орис сингуляр из третьего лица Катет Хэкен. Да, похоже. В единственном числе там появляются капы, которые напоминают перфект, но это не перфект. Сейчас посмотрю вот этот. Учи меня спросить. Омой, Омос, плечо. омой, Что, да. справно? Ну вот сырой не успел. Нет, ну опять это, все путают, сырое мясо с плечом. А, это Ой. плечо, которое он на своих Как вот плечах. этот, вечное возвращение. Вечное возвращение с этим. Вот есть у нас, смотрите, омос, а есть омос. Омос это сырое, обычно мясо. Здесь плечан нарисовано справа, который он нес на плече. Видите, там написано. О, палку, ну, какую-то дубинку, которую он на плечах нес, он катетхикен, да? Ну да, он. Кататитхами. Что значит кататит? Давайте подберем значение кататитхами. Вот наша тема, да, второе спряжение. Плохо запоминается, да, второе спряжение? Это же это Ну. фрагмент мультика опубликовал у себя на канале, обозначающий, как оно изучается. Кататитхами. Ну, что он сделал? Может, надо дальше прочитать, чтобы понять по контексту, то, что он ведь Снял, предложил. наверное. Да просто снял. Снял, положил. Положил палку, которую он нес на плечах. Да. Ведь, да, ведь два зверя были, ну, видимо, как там, ну, шкуру он с них снял с Эктуроплу. С Да помощью не, ну, дубинки. да нет. Шкуру снял. И два зверя были, вот, ну, как это освежено, да, называется. Ну, не надо додумывать, вы переводите. Чего вы додумываете, освежо? Ну. Что такое экремату? Тоже глагол второго спряжения, креманиями. Все сразу вспоминают крематорий какой-нибудь. Что это сжигать? Нет, это висеть. А, все Который висит. точно. Висели. Ну Висели. То есть у него была палка. да. Мы в Ксенофонте видели это. Понимаете, Зайцев, видимо, у него палка, да, вот такая. И на палке две тушки. Зайцев, видимо, он несет. Так удобнее нести, да? Что-то странно, да? Какие-то сережки получили. Значит, ведь два зверька с палки свисали, вот так скажем, да? Похоже, я нарисовал. Нормально. Пойдем. Ну да. Ну. Гон. А, которых вон да, вон Люсос. факел, что ли, да? Ну какой факел? Что же у вас? Отвязав одно из них. Это причастие, да, отвязав одно из них, он передал, да, отдал, ну, Дикополиду. А, Дикаиополису. ну, да, Дикаиополису. А, получив же большую приняв же, да, приняв же, вот, получается, вот этих зверьков, он ему дал большую благодарность. Ну, отблагодарил, короче, очень сильно. А тот, взяв его, да, ну да, сильно отблагодарил. Ну, естественно, есть хочется. Так, что у вас какие-то слова, видите, которых нет в тексте, как-то не дается. Так, давайте дальше. Сейчас у нас кто?
Наверное, Анна, да? Анна, пожалуйста. Годе, годе Энеас, ден стин эфе плейстой гарлаго гигнонтай энтойс оресин эгоде радиус гайро аутус динотатос гар эйми кюне гейтейн кхайрете ун кай эутю хойте таута де эйпон эпреуэто ката тен атрапон гой де брадеус анесан. Так. Он ж, значит, юноша сказал, как бы ничего. Ведь самые многочисленные, ну, как бы, самые многочисленные зайцы. Больше всего зайцев, да? Да, как бы, да, больше всего это, зайцев. Смотрите, прикольно, да, вот это лаго, да, тут есть них, кстати, парадигма, да, лаго вот это похоже на датив, но это имеется в виду хой-лаго. Как бы хой-лагой, как бы, да? То есть это зайцы. Вот смотрите, все это поняли, да, что это не датив, это плюралис. Больше всего зайцев, да. Чего они делают, гиганты? Появляются в горах. Ну, появляются, видимо, рождаются, да? Он я говорит, ничего страшного, у Денестин. Че-че-че, еще раз, извините. Я подумала, что появляются, в смысле, попадаются на дороге. А думаете, они А черт его знает. Я просто в зайцах не разбираюсь. Мне однажды подарили зайца мертвого, чтобы я его съел. А я его забыл в холодильнике на год. В морозильнике. И пришлось выкинуть его. Все, что я знаю о зайцах, честно говоря. Я не знаю. Вот Евгения, вы знаете, да? Они рождаются в горах или они там просто тусуются, как бы? Если зайцами? Честно, настолько в зайцах не разбираюсь. Ну, во всем разбираетесь. В изюме даже. Ну, с изюмом я кажется... больше имею дел, чем с зайцами. Зайцев я только видел пару раз. Блин, жалко так зайцев все время. Что говорите? Есть мультик такой «Обитатели холмов». Там, по-моему, то ли зайцы, то ли кролики. Они вообще в холмах живут, да. Живут, но они там и рождаются, наверное, да? То есть они там так и живут. Не то, чтобы они туда выскакивают, да, днем. Мне кажется, они там рождаются все-таки. А юноша сказал, да ничего страшного. Потому что тут зайцы рождаются в горах много. То есть одним больше, одним меньше. Еще... И, видимо, смысл в том, что я еще себе насобираю зайцев. Ну, поймаю, да? Видимо, да? Ну, а что там дальше? Эгоды? Я же легко поднимаю их. Это не аэро, это гайрео. Это буквально, как я и сказал. Видите, я сам могу писать такие учебники. Я легко их... Гайрео это ловить. Я их легко ловлю, вот так вот. Я их с легкостью ловлю. То есть мне несложно еще одного зайца лишнего вам отдать и еще одного поймать. Смысл такой. Так. Ага, ведь самое страшное – идти охотиться. Нет. Дейно тут остается. Это не средний род, а мужской. Помните? Дейно слегин. У Вольфи даже такая фраза была. Я самый дейнотатус, самый крутейший. Самый крутейший, а дальше у нас идет инфинитив релатионис. Я самый крутейший чувак с точки зрения охоты. Не помните такую штуку? То есть я самый крутой, но не в том, чтобы, допустим, говорить, да, а в том, чтобы охотиться. Я самый крутой охотник. Очень говорит. То есть я их ловлю, как мух. Мне ничего не стоит зайца поймать там. Вот. Так, ну что такое? Все помнят. Вот помните, Марк, вы читали из Вольфа, да, кажется, похожую фразу, да? Там было тоже дейнотус, по-моему. Да, с инфинитивом. Там про Еврипида было, помните? Что Еврипид, дейнотус, делун, да, по-моему, показывать тапатхетес психес, показывать страсти души, да? Самый лучший, ну, как бы психологический драматург. А здесь дейнотатус, суперлатив от дейнос, я самый искусный, буквально, ведь я самый искусный в том, чтобы охотиться. То есть я самый искусный охотник. Вот.
Анна, поняли хотя бы частично, да? Вот Да, все вспомнили так? поняла, да. А, отлично, отлично, да. Просто все забывают. Эта штука проходится в начале учебника, а потом про нее все забывают. Все, давайте дальше. Харита. Ну, как будьте здоровы или Ну. И радуйтесь. Это типа Хайру, это еще и может удачи, быть... Да? Да-да. Хайру это и здравствуйте, и до свидания. То есть он просто говорит до свидания. Стало быть, до свидания и как бы удачи, да. Будьте удачливы. Так. Сказав это, пошел по тропинке. Они, значит... Вот смотрите, вот еще за глагол, да? Вот это. Анейми, может быть. Это Эйми, да, видите, там йота, видите, внизу Эйма, йота такая малозаметная, да, то есть это не Эйми, это Эйми. Они медленно поднялись. А она это вверх, да? Ну, сходили или... Ну да, да, поднимаются, да. Вот, видите, первое значение, да, они потихонечку поднимаются вверх, наверх. Так, ладно. Видите, какой странный мужик. Так. Сейчас у нас кто? Я просто перелистнул. Кто сейчас? Помните? Сейчас Марк. Марк, давайте. Hesperos de gignomenes poimeni tini enetichon gosta probata kataten hodon elonen. Gode idona utus prosiontas eis phobon katestè kai boesas tines este efe. Гой диатес нюктос пореостхе. Потхен элтхете кайпой ите. Когда наступил вечер, они встретили какого-то пастуха, который вел овец по дороге. Пастух, видя, как они приближаются, стал, ну, пришел в ужас. Пришел в ужас. Испугался. Ну, испугался. И кричал, сказал, кто вы? Которые... Кто вы такие, что ночью идете? Откуда вы пришли и куда? Эйми, это Эйми. Идете. И куда вы пойдете? Да. Помните, да, греки ночью ничего не делали, только спали. То есть даже война останавливалась. То есть обе армии засыпали, и не было как бы особого риска, что та сторона ночью нападет. То есть какая-то такая традиция общегреческая была спать ночами. Не знаю, может, бессонницы не было. Еще, знаете, по поводу Ита, да, это Эйми. Здесь тоже Эйми был, только мы забыли сказать, что это имперфект вот здесь. Они, может быть, начали медленно подниматься. Вот это Анессен, это имперфект от Эйми, да? А Ите это просто индикатив. В настоящее время формально. Откуда вы пришли и куда вы пойдете? Да, можно в будущем времени перевести. Что сейчас? Вот и Дикайополис спросил он панте экзегеса, то ходе паймен элминос дексаминус аутус. Алла пантес эфа прос диос иси птахой тексейнуйте. Алла никто Тос это гигноменес парай ногимин монес усимы нюктерелуин, то есть орисин. Так. Значит, и Дикайополис, подойдя, все рассказывает. Сказал. Рассказал, да. А, значит, а пастух, благосклонно приняв их, сказал, но все от Бога. Это выражение такое греческое тоже, смотрите. Вот прос диос, диос это генитив, да?
Это мы сейчас посмотрим. Это значит, знаете, что-то типа, что под Богом, под покровительством Бога находятся бедняки и ксены. Кстати, ксены. Ну, чужие. А, нет, это другие, это ксены. Да, это то же самое. Это тоже ксеносы. То есть это путники, да? Путники, чужестранцы. Угу. Это про то, что Бог, Зевс, точнее, охраняет бедных и охраняет пилигримов, да, скажем так. Это выражение. Сейчас мы его найдем, смотрите. Нету, что ли? Так, надо найти. А, вот смотрите, давайте прос посмотрим. Прос генитивом, смотрите. Блин, не то прос. Смотрите. Прос генитивом быть под покровительством. Ой, надо найти. Кто будет думать, что я придумал это? Сейчас. Блин, ну, нет, кажется, нет. Тут нету. Черт, я придумал, да? А, вон, да, Диос из Сиксейной. Где, где? Находится под покровительством Зевса. Где это? Какой пункт? Ну, конец четвертой строчки сверху, начало пятой. А, вот. Ссылка на Гомера, кстати, да? Прос Диос и Сиксейной. Видите, и форма гомеровская, ионическая, видимо. То есть mm-hmm. иноземцы находятся под покровительством Зевса. Вот. Mm-hmm. Так. Аланиктос? Но уже наступает ночь. Ну, этот самый генитивус абсолютус, но я не знаю, как его тут это сейчас. Парайно. Парайнео. Парайнео. Видите, там паракалео. Это как бы увещевать, убеждать, советовать. Да. Убеждаю. Поскольку уже ночь, да, я бы так сказал. Поскольку да. уже ночь, я убеждаю вас. Я убеждаю вас не ночевать в горах, при том, угу. при том, что вы одни. Вот, уси – это причастие конъюнктум, да. Потому что вы одни. Я, тем не менее, хотя там Зевс помогает, неважно. Я вас убеждаю не ночевать в горах. Угу. Да, так. Правильно, да, все. Так, дальше кто сейчас? Я, по-моему. Давайте, давайте. Так, агита де элхетем метему истенка любен эн ге эксистинг мин менен тен нюктан. Хой дун тус ту пойменус логус асмен асменус дексаменой эй гей понту авто эс алигентина ка любен. Хой ты поймен. Иду эйсите. Его ментас тайгас амелкс кайта пробата юмес дета скеуэ кат Татхентес пью каусаты кай катхидастхе. Давайте же, ну и, конечно, давайте, идите со мной в хижину, да, видимо, в домик. Хижина, Калюба. Да, в которой вы сможете, ну, для вас есть возможность, видимо, да, вот так лучше перевести, ну, переждать ночь. Да. Калюба это, смотрите, был такой святой даже христианский. По-моему, Иоанн Калюбит. Я читал. Почему? Его. Не слышали такого? Нет, если честно. По-моему, Иоанн его звали. Калюбит это текст, я читал его в группе страниц на 10 на среднегреческом языке, но такой он близкий к древнегреческому очень. Про богатого мальчика, он был в Византии, мальчик очень из богатой семьи, попросил, чтобы ему там в золотом этом, переплете купили Библию, увлекся христианством и стал этим, ну, в общем, в конце концов он стал монахом и переселился в хижину какую-то такую, типа берлога такая, да, Калюбе. Да, Эйстен Калюбен, как здесь написано. И он вошел в историю как Калюбит. Кстати, да? Вот. Но слово древнегреческое вполне себе, да? Да, в которой вам можно будет переждать ночь. Эту, да, Тен Нюкта, так.
Да, и вот получается До экзамена, наверное. да, они приняв радужно его, ну, слова вот этого пастуха, Восприняв, можно сказать, да? да, восприняв, проследовали с ним в какую-то небольшую вот эту хижину. Не с ним, нет, не сю на уто, а просто уто. За ним. Это А, за ним. таково управление глагола г, по-моему. Это имперфект, да? Последовали за ним просто какую-то маленькую вот эту, блин. Вижу, да. Я вспомнил, как я в Крыму однажды жил, еще давно, до 14 года. Там такая хижина была, вот такая, она так выглядела. Где? В Севастополе еще давно, 10 лет, больше 10 лет назад. Там просто две кровати умещалось. Что-то такое, да? Самый дешевый вариант. В такой вот как бы кибитке, да? Хибаре, точнее. Значит, они туда проследовали. Так, Готе Поймен. А пастух же сказал, видимо, а вот ходите, это и займи, наверное. Это Эйми, да. Ну вот, входите. А я вот, я же вот Мелго, буду доить коров, типа, ну, Да. кос, Ну, коз. по-моему, это казалось, да? Да. Коз, да, айкс, коза. А, Да. овца, я все время забываю, блин, овца или Коза, коза, коза. коза. Вроде бы коза. Не разбираюсь. Не разбираюсь я в этих... Коза. Коза. Ну. Я буду давить И коз. овец тоже. И, ну, да, я нет, вот как раз робот там. Да, Вы же... а вы... Да, вы же, а вы, да. Да, и вот этот подкидками, что ли, да, положите, положив вашу вот этот скарб весь, ну, Да. вид, Да. и Что? разожгите огонь Ну. и ложитесь. И вы ляжете. Ложитесь. Ну да, тут причастие Нет, просто. Нет, это два императива просто. Какие причастия? А, какие? Нет, Чему какие? вы причастие? А, и каус это, да? Все, все. Все понял. Вы разожжете огонь и разложитесь, то есть спать, видимо. Так. Угу. Так, давайте разобьем на две части. Вот, допустим, так. Кто сейчас? Я. Давайте. Ромен ун Филиппос пюр экаусен, годе патер катеменос, а не пауэ то эктес макрас году, годе пеймента пробата амелксас эпайнион, дейпнон перескеу скеуадзе, ситонте кай тюрон кай гала, годе дикайополис, иду о филе эфе, кюнегет тис го ката тен годон ени тухомен, тон де тон лагон гемин эдукен. Так. Значит, Филипп разжег огонь. В аурести, да. Отец Усевшись, ну там, да. да, усевшись, как бы Анапао, ну, наверное, Отдыхать, отдох, отдыхать. да, Стал отдыхать, стал начал отдыхать. отдыхать, ну, как бы с длинной дороги, От долгой дороги, да? да. пастух, значит, подоил молоко Подаив, да? подаив, Это ага. причастие, да? Подоив овец, значит, при... Эпонион – это у нас глагол «эйми» с приставкой «эпи». Это то же самое, что «эпанерхомай», по сути. Потому что помните, что «эрхомай» и «эйми» – это два как бы таких двоюродных брата, что ли, да? А «эпанерхомай» означает «возвращаться». Вернувшись, возвратившись, он что?
Значит, он... Опять Да. же, причастие, отсутствие причастия, имперфект деканату, наверное, начал что делать? Начал готовить обед. Либо ужин, да? Да. Значит, хлеб и сыр и молоко. Да, отлично. Дикайополис сказал, вижу, о, друг. Это не обязательно вижу. Иду, это просто вот еще, да? Вот, смотри, друг. Дальше, смотрите, видите, неопределенный тист, да, какой-то кюнегетес. Какой-то охотник. Охотник это, охотник. Вот смотрите, смотри, друг, вот, какой-то охотник. Как бы С которым... Энтюнханом, с дативом, да? С которым встретился. А, мы мы встретились. когда-то на гудон. Ну, по дороге. Да. Смотри, дружище, вот этот охотник какой-то, с которым мы по дороге встретились, он эдокен. Он дал... Дал какое-то время. Это аорист. Правильно. Дал тонде тонлагон. Ну вот, такого зайца... Не Да. такого, а вот этого просто. Вот этого зайца кому Вот дал? Это. Нам. Нам? Все. Отлично, давайте дальше. Кто сейчас? Я, кажется. Давайте. Ар ун булей оптан аутон эпидейпно годе малестаге гутогар гедиста дейпнесомен. Метадето дейпнон хопайс меле асетай. Тон ун лагон оптесантес гедеос эдейпнесан. Эпитаде хомен Филиппос меле эден. Ode poimen mutus elegen. Heos pantes hutos ekamnon hoste es bathyun hypnon epesan. Не хочешь ли ты... так, оптао, это вот сбоку написано... ну, жарить. Угу. Это жарить. Угу. Не хочешь ли ты... Ну, пожарить его на обед. Тот сказал, очень, очень хочу. Ведь так, ну, хорошо, приятно, и пообедаем. После обеда мальчик... так, асетай, ну, написано помните, адо, то есть так это... Вы должны сами знать, это петь. Петь. Смотрите, это, у глагола петь футурум медиальный, поэтому асетай это, ну, как бы, это то же самое адо, только просто в футуру, да? Я спою, он споет, да, мальчик? После, да. Не, ну что получается? После ужина после, мальчик... После ужина мальчик споет, ну, меле это, ну... песню, что ли? Абсолютно неправильно, неправильно, потому что это слово среднего рода. Песни. А, ну да, песни, да. Это как генос. Мы добиваемся буквально, да? Да-да-да. Да, чтобы мы же... Да-да-да, ген. Ген имел, да, песни споет. Да. Так. Так. Значит, они... поужинали, пообедали жареным зайцем. Подождите. Не так написано. Они с удовольствием пообедали или поужинали, Гедеус, да? Пожарив зайца. Вот а, так. Да, зайца. Да-да-да. Да-да-да. Да. Пожарив зайца, с удовольствием пообедали. Так. Затем... же Филиппос ага. спел песни. Песни. Угу. Я задумался, это орист или имперфект. Ну, я
кстати, не уверен, что там все формы есть у глагола «ады». Сейчас не помню. То есть, давайте посмотрим. Сейчас. Там бывают такие глаголы, у которых не все времена есть. Понимаете? Значит. Похоже, все-таки это, имперфект. Имперфект. Ауристо эссе. Аурист у него есть, но, по-моему, знаете, он, по-моему, неупотребительный. Вот проверьте меня, может, я ошибаюсь. По-моему, он не потребляется часто. Пел песни. Пел песни. А пастух рассказывал истории. Пока все так устали, что погрузились... Эписон... Так, в глубокий сон. А эписон... Какой глагол? Это аорист. Второй сильный аорист от глагола... Пипто. Пипто. А, впали. Буквально впали в глубокий сон. Сон. Да. Да, да. Ну все, да, хорошо. Так. О! Все. Кончилось. Упражнение теперь, да? Так, давайте по очереди, да? Я не помню очередность, сами говорите, а сами вызывайтесь. Когда наступил вечер, гости прибыли в город, в столицу. Да, с наступлением вечера. А афиконта какое время? Так, ну это самое, это аорист. Правильно. Отлично. Дальше. Ту геронтос оргидзомену попасис эфобейто. Ну, тут либо когда, либо поскольку, да, наверное, ну, генитив с абсолютус работает. Ну, давайте вот так. Когда старший, видимо, да, или дедушка, наверное, разозлился, а мальчик испугался. Это, кажется, FBO imperfect. Медиапассивный. Ну, тут, видимо, как мы перейдем причастие Гидзомену, с каким оттенком? Ну, наверное, конъюнктум, поскольку. Поскольку дедушка, ой, дедушка, какой дедушка, старичок, поскольку старик сердится, из-за этого мальчик стал испытывать страх, да, скажем так. Так, третье. Пантон, тоймон, онтон, го хирустен, тюсиан, эпоэсэто. Так. Значит, когда все были готовы, жрец делал, ну как, начал делать жертвоприношение. Совершил это орость. При полной готовности всех совершил орость. Поезд. Так, четвертое. Туанему мейдзонос геномену эннаус олигеуса эн киндюно эн. Когда подул, наверное, сильнейший ветер, корабль, сильнее. Когда ветер подул сильнее, да. Корабль, поскольку был небольшим, стал испытывать... Оказался в опасности. Оказался в опасности, да. Да. Кстати, смотрите, видите, у них задание как называется? Прочитайте громким голосом и переведите эти фразы. Найдите там тра-та-та. И тут, видите, аспитуали – это такой вид. Они предлагают нам обратить особое внимание на вид, который выражается в причастиях временем. Вот здесь, в четвертом, геномену – это какое время? Аорист. Это значит, что сначала ветер стал сильнее, не одновременно, а сначала ветер стал сильнее. И после того, как ветер стал сильнее, этот корабль, поскольку он был маленьким, оказался в опасности.
На соотношение времен надо обращать внимание в этом упражнении, да? Пожалуйста, пятое. Апертес полиос палю апехусес укас пеудамон. Хотя город был далеко, мы не торопились. Да, здесь одновременность, да? Ну, потому что город же всегда на каком-то одном и том же расстоянии находится. Так, давайте. Шестое. Нюктос геноменос, эдуксен хемин, энто астемене. Когда наступила ночь, нами было, видимо, принято решение остаться в городе. Только вот гемин – это ведь множественное число, а доксен, кажется, единственное. Аурист. Докирус. Неважно. Они не должны быть согласованы. Нам показалось, то есть мы решили. Мы решили в городе оставаться. Да. И тут геноменос – это аурист. То есть после уже наступления ночи, сначала мышь упала, да? А потом мы решили, да? Так, седьмой. Тон аутургрон эхтрон геноменон хойне ние топидион каталипонтес эпито орос анебесан. Когда земледельцы пришли в гнев, юноши, оставив равнину, значит, зашли на гору. Анебесон, да, Анабай, но Аурист корневой. Только по поводу гнева я не понял. Где тут гнев? Ну, эхтрос, ну, не гнев, а ненависть. Это еще враг. Враг, да. Наверное, геноменон таурис, да. После того, как ремесленники вот эти, да, стали врагами, юноша, не знаю, какая связь, честно говоря, непонятная ситуация. Юноши, оставив, тоже аорист, кстати, равнину, взошли аорист, опять же, на гору. Так, восьмой. Кайпер камнусес, тес гюнайкос, оанер тахеос катато орос катеэй. Хотя жена устала, муж быстро пошел стал сходить с горы. Да, это вниз. Вниз. Это эйми, катэйми, это имперфект катэй. И смотрите, тут камнусос, это вы думаете, это что такое? Это, думаете, это маурис, да? Нет, я думаю, это настоящее время. Да, то есть, несмотря на усталость жены, я бы так сказал. Да. Угу. Настоящее время, то есть одновременно здесь. Так, девятое. Да. Стюгатрос Айтусес, Бродютерон, Эбадидзен, Вопатер. Поскольку дочь просила, отец стал идти медленнее. То есть, можно сказать, по просьбе дочери, да, вот так можно перевести, тоже настоящий, тоже одновременно здесь, да? Спасибо, дальше. Ту хиереос ай тесантос гой гикетей агальма анетхесан. Я думаю, здесь тоже надо вот поскольку перевести, поскольку жрец просил, ну или требовал, гекеты принесли ну, какие-то жертвенные дары, жертвенные украшения, я не знаю, как агальма. Ну, что-то вот такое. Вот тут аорис, да, и тесантос. То есть после уже, да, просьбы. После того, как жрец попросил, да,
эти молельщики, да, то есть молящиеся, да, они принесли в жертву статую священную, как священный дар, да. Так, 11. Тон, який тон полю аргюрион оподонтон, го ерус агальма анетет кен. Да. У нас там, смотрите, был аорист Анет Хессен. Да, в предыдущей фразе, видите, аорист. Да? А здесь у нас что? Так, какое еще раз слово? Последнее. А здесь... Вот это аорист, а это... Нет, нет, не пассивное. Перфект. Нет, я вас поймал специально. Смотрите, Анет Хессен — это аорист, а Анет Хессен тоже аорист. Просто у нас в сингуляре сикапа в аористе. Но это и то, и другое аорист. Ладно, давайте перейдем. Значит, когда вот эти икетоны, молельщики. Молельщики, да. Называется по-русски. Паломники, обычный... может. Как обычно. Икеты так и переводили мы. Это термин технический. Насколько это... Ну, как хотите. Молящие, хотите. Молящиеся. Молящие. Икеты, да. Да, когда они отдали много денег, жрец совершил, забыла. Принес в жертву Агальма, да? Да. Это такие, как они, вативные называются, вативные статуи, да? Принес. Пожертвовал храму. Установил. Видимо, купленные за это серебро, да? Тут, смотрите, Аподонтон — это же аорис, да? Значит, получается, что сначала Аподонтон, а потом уже Анет Хитон, да? Тут такое соотношение времен, да? Так, 12-е. Ту гелиу анателонтос гопаес эде простон агрон эй. С восходом солнца мальчик уже пошел в поле. К полю. Вот это тут одновременность, да, потому что Нателантос — это настоящее время. С восходом солнца, как вы сказали, мальчик уже, а эй — это имперфект. Имперфект, то есть уже пошел. Уже пошел. Да, пошел. Да, одновременно с восходом солнца. То есть он не стал дожидаться, когда солнце взойдет, а прям с восходом пошел, да? 13-е. Угелиу катадунтус. Пасентен гемерон эрга саминос попаис ойкоде паниенай эбурта. Значит, так. Когда солнце садилось? Нет, это аорист. Катадюнтус — это аорист. Когда солнце село, угу, мальчик, проработав весь день, угу, стал хотеть вернуться домой. Да, захотел вернуться домой. Гой энтенесо пола кай кака эпасхон. А, многие, которые, ну, видимо, жители острова, что ли? А, нет, болезнь — это болезнь, точно. Многие в... Какие болезни, Эдуард? Ну, носус — болезнь. Это островитяне. А все-таки остров, да? Ну, правильно. Не многие. Не полой. Гой энтеносо. Это... Те, которые на острове. На острове. То есть островитяне, да. Короче, первая версия правильная была. Да, да. Ну, короче, островитяне много плохого претерпели. Много зол испытали, да. Напоминаю, хотя, как выясняется, даже преподаватели не все это знают, но вот здесь кай не переводится по-русски.
Не надо говорить много и зол. Просто много плохого испытали, да? А я когда сказал, не, да. Я не критикую вас, я просто объясняю на всякий случай, да, всем, да, напоминаю, да, что когда у нас есть полюс, да, с каким-то еще одним там эпитетом, да, то мы кай не переводим по-русски. И не надо добавлять. Да, да, все правильно, да. Островитяне много неприятностей пережили, да, там скажем. Угу. Кала, что дальше? Алакайкала. Алакайкала чаще всего, да, ведь встречается, по-моему. Там всякое встречается, не только. Ну, может быть, может быть. Угу. Так, кто второй? Гой, ну, нет. У софрон го герон угар эпистатай татес тюхес. Значит, старец не мудр. Ну да, неблагоразумен. Ведь он не ставит во главе судьбу. Так, подождите, это опять творческий перевод. Творческий перевод называется. Это глагол эпистемы знать. Он не знает. А, я перепутала. Ну ничего, ничего. Он не знает, та... Тут та такое обобщающее, да, тата стюхес. Это какое-то такое общее место. Вот давайте тюху посмотрим, да. Не знает то, что будет будущее. Та, вот смотрите, видите выражение? Та, не тестюхес, а та тестюхес с артиклем, да, обобщающим та. Ведь ссылки на всяких там драгиков, на Демосфена, судьбы, сложившиеся обстоятельства. Понимай, как хочешь. Вот что значит? Судьбы. А. Значит, старик неразумен, потому что он не знает сложившиеся обстоятельства или судьбы. Ну ладно, неважно. Поняли, да? Неважно. Главное, что это глагол эпистемы знать. Значит, помните, у нас есть глаголы с похожим немножко значением. Эпистема, отсюда эпистемология, знаете, наука опознания. Ее в советское время вместо нее используют страшный термин гносеология. Гносеология. Потому что у нас есть глагол эпистемы, есть глагол гигноско, а еще глагол ойда, знать. Это все глаголы знания, да? Так, кто читает третье? Ой, нюн, уден, кокион эсэйси, тон прогонон. Нынешняя не хуже, чем предки. Да, современники, можно сказать, да, гоню. Нынешние люди наши, ну, мы с вами, короче, ничуть не хуже, чем предки, да. Генитивус компаратионис, да. Так, четвертое. Пантес гусофонес этимонтус анекейне темахе апотанонтес. Так. Так, это тимау, это просто имперфект. Да. Все мудрые уважали погибших в той битве. Да, погибших в той битве, а апотхононтос погибших, да, в той битве. Да, вот. Напоминаю всем, да, что вот это... что имперфект от глаголов на ау, они напоминают какие-то генитивы. Но это имперфект, типа, да. Уважали, почитали, да. Так, пятое. Ой, Хелен статес халатес эпистаминой эдюнанто тус барбарус никесай кайпер элатонас эхонтес наус. Сейчас. Так, да. Эллины, знавшие, видимо, поскольку знали море. Ну, они были как бы доки, да, в этом, в морских делах, да, специалисты. Ну, они много плавали, да. Да. Поскольку они знали, да, были специалистами в море, могли победить варваров. Ну, имели потенциал, я вот это имею в виду. Да, именно потому, что они были как бы опытными в морских вопросах, они были способны варваров победить. Никесы, что такое?
Это инфинитив, what is Так, никого. дальше. Правильно, правильно. Дальше. Хотя и хотя у них были корабли, вот Эллад у нас какие более маленькие, что ли? Давайте Эхунтас, что такое сначала? Извините. Да, я думаю, это Какое-то причастие. Ну, Конюнктум скорее всего. Уступительное конюнктум. Как... Несмотря на то, что, да, Кайпер, они имели корабли Эллатон. И смотрите, Эллассон, это может быть компаратив и к слову Микрос, и к слову Алигос. Микрос это маленький, малюсенький. А Алигус это малочисленный, да? Я думаю, что здесь по смыслу больше подходит Алигус, да? Хотя у них кораблей меньше было. Просто меньше. Не то, что они малюсенькие были, такие как игрушечные, а в смысле, что их было мало просто. Да? Да, спасибо. Да, причастие к конюнктум, правильно сказали. Так, давайте дальше. Блин, сейчас. Кто считает, пожалуйста? Да, то полему ук эхонтес молес динаметха полемиус антехейн. Как бы не удержащие войну. Так, что-то я и сам не понимаю, подожди. Тату полему у Кэхантас. Ну, давайте главное приведем, да. Значит, мы как бы едва способны сопротивляться врагам. Да. Мы с трудом способны, едва способны сопротивляться врагам. А какой синоним молис есть? Не У нас знаю. есть... Смотрите, могис. Вот есть молис, а есть могис, одно и то же. Г, да, не важно. С трудом могис, молис, мы способны сопротивляться врагам, потому что мы не имеем что-то, относящееся к войне. Ну, вот смотрите, это, видимо, давайте посмотрим, полемус, тату полему, нет такого выражения? Так, как, не знаю, как было лучше перевести, действительно. Тату полему. Оружие или что? Я не знаю, честно говоря. Где? Выражение, да? Что там может быть? Та прагмата? Кремата. Может быть, деньги на войну, на ведение войны? Вот честно, честно, не знаю. Надо поискать это. Та тополема, что чаще всего имеется в виду. Нету тут такого выражения. Ой. Нет. Значение приниматься, предпринимать. Где? У кого? В дворецком. В каком слове? Эхо. Не, что такое та? Полемус. Тату полему, военные дела. В Эсмине все есть. Вот. То есть военные дела. Что это значит? Тоже как бы непонятно. То есть не... Ну, как бы, ну, то есть не воюя, получается, да, не предпринимая военные действия, мы не, вряд ли сможем противостоять врагам. Получается так, да. Седьмое. Кто? Айтон, Барбарон,
Не эс. Мейдзонес эсан, кай брадютерай, э гайтон геленон. Корабли варваров были большими и более медленными, чем эллинов. Да, чем корабли эллинов. Чем да, корабли гай... эллинов. Гай – это женский род кораблей, да. Восьмое. Гой наутай, гой накенетаней, агнууси, посус хеймон генесетай. Угу. Так. Значит, с агнууси. Тут глагольная основа, то есть это либо орист, либо футурум. Но генесетей – это футурум. То есть моряки на том корабле не узнают, какая стучится буря. Стучится? А случится, да? Так. Моряки. Дальше повторение артикля, да? На этом корабле. Какая? Вот посос – это количество или качество? Это количество. Ну, в смысле, размер, да. Какого масштаба буря произойдет генесты в будущем времени? Агнуси не знает. Это просто презенс. Почему вы сказали, что это глагольная основа? Ладно. Я подумал, что когда там... мне почему-то казалось, что когда гиген пропадает, остается только... А, это агнео. Другой глагол, я понял. Другой глагол, но с тем же корнем, конечно, изначально, видимо, да. Но... Просто не знают, да. Так, девятое. Ара нетухес то поймени, то та пробата анатен годон элаунти. Так. Это энтюнхано, да, встречать. Разве ты встретил? А это почему аурис? Да? Разве ты встретился с пастухом, который вот тут причастие, видимо, Элауна? Аурис, да, энетюхас, да, аурис. Да, разве ты встретился с пастухом? Да, это просто встретился ли ты? Ли ты с пастухом? Ага, встретился который? С пастухом, да, который погонял, а хотя это, ну, который погонял скот по дороге. Вверх по дороге, да? Вверх по дороге, да. Угу, так. Пожалуйста. Хлипон то колон, гуто легусин гойсафой, кай ух гамартанунсин. Так. Хорошее сложно. Так мудрые говорят и не ошибаются. О, отлично. Ну, хорошее либо красивое, да? Прекрасное, да, в широком смысле слова. Да, да, отлично перевели, да. Оно сложное, так говорят мудрецы и не ошибаются, да. То есть не обманывают, можно сказать. Так, успеем мы. Давайте постараемся. Кто переведет название? Ой, Эленес. Тус персас, кататаласан, деутерон, никосин. Так. Эллины побеждают персов второй раз на море. Да, так. Кто это читает, пожалуйста? Гама. Эри архомену татон галанам на упомнистен эгинан синолегиту, нее саритмон декай гекатон. Вместе с началом весны эллинский флот собрался в... Ну, или стал собираться, да? Собираться в Эгейском море.
Количеством в 110. Количеством кораблей в 110 штук. Да, а ритмон что за такое? Это, я думаю, аккузативус реляционис. Да, абсолютно верно. Количеством столько-то, да. Энтеотхен де эйстенделон эплеусон. Буломене тус ионас элеутхеросей. Так, отсюда же они отплыли на Делос, ну, к Делосу, да, поскольку хотели освободить ионийцев. Да, абсолютно верно. До сюда. Паронтос де ту наутику энте дело элтхон ангелой апотес саму гой этесан аутус про самон плеусантас, то есть барбаройс эпистратеусай. Находясь на Делосе. Ой, Гинтиус Абсолютус, когда, да? Да, поняла. Когда находились моряки на Делосе, Это настоящее время причастия, да? Во время нахождения, во время присутствия, да? Флота на Делосе. Да, вестники пришли от Сама. Пришли вестники Самоса, да, Самоса, которые которые Этосон, это спросили их, Айтеу, да? да, спросили их, так, Или плавающих, попросили, или попросили попросили их, плавающих их к Самосу, плывущих, да, да. отплывших, приплывших к Самосу, их которые приплыли к Самосу, что сделать? Эпистратеус и то есть Барбарус. Пойти войной На варвар. Угу. Так, дальше. Гойгар Барбарой Эфасан Уполас Наус Эхусин Гойде Ионес Юмас Идонтес Эутюс Апостесонтай Апотон Персон. Ведь варвары, они сказали, имеют немного кораблей, а ионийцы, видя вас, или видя, что вы, нет, увидев вас, да, увидев они... вас, да, увидев вас, тут же, сразу восстанут, же. Тут же восстанут против персов. Отложится, да? Да. Это, помните, у нас постоянно попадается это... Да, помню. Афистами, да? А апостесон-то это футурум, да, медиальный. Ну вот. Вот, да, еще раз. Да. Ай, английский. Вот, удалятся там, не знаю, отпадут, вот, отпадут. А потинос, видите, Геродот. Отложится, как говорят историки, да, постоянно. Хотя никто не понимает, что они имеют в виду. Сепарируются тотчас же. А ионийцы, как только вас увидят, Идонтос, Химас, они сразу же отложатся, отделятся от персов. Так, теперь а сюда. Почему здесь апостесон, да, не Ну, это, или это ну, смотрите, в футурме же нет аугмента, во-первых, да? Апо, как там сказано, апо
стесунтай. А там нету йоты, что ли, футурного? Смотрите, в настоящее времени аф. Аф гистами, да? А там нету, нет йоты просто, и поэтому апо остается как и нужно полностью. Но это зависит, это надо смотреть на гистами. Смотрите, почему аф, а не ап? Потому что дальше идет густое придыхание, на самом деле, да? А в гистами, если читать внутреннее придыхание. Да, да? И омикрон пропадает из-за слияния. Там его нету просто футурами, смотрите. Видите, какой футурум? Его нет, поэтому АПО остается в полной форме. А АПО как бы восстанавливается в свою изначальной форме, да. Да, да. Он же как бы язык имеет память, да, что там было АПО, он восстанавливается. Да. Ничего особенного такого нету. Никакой мистики. Так, давайте дальше. Гутус. Кто сейчас? Гутус он энгемин кай андрес элеутеросай кай аминайтус барбарус. Так, стало быть, вы можете и мужей эллинских освободить. Отомстить. Отразить варваров. Да, то есть отбиться от них, да? Защититься, отбиться, отразить. Так, и последний. Го ум стратегос готон хеленон тутус тус логус дексаменос тайс нау си прос самон хегейто. Так. И вот стратег эллинов, да? Угу. Дексаменос, видимо, получив, ну, в смысле, наверное, услышав вот эти вот слова. Ну, восприняв, получив, услышав даже, да, эти слова, он регейто. Ну да, он повел, пошел с кораблями на Самос. Ну, смотрите, регеумой он и требует датива. Да-да, повел. Угу. Повел корабли к Самосу, на Самос, к Самосу, да. Это нормальное управление регеумой.